Здорово, бродяги, любители активного отдыха. Ну, наконец-то у нас восстановилась погодка. Сегодня прям стоит невыносимая жара. Я отправился в поход. В общем, ну как сказать, не в поход, а осуществлять, наконец-то, начинать, можно сказать, свой проект. Проект Берога. Сегодня, значит, мы будем делать разметку. Будем снимать дерн. В общем, у нас предстоит, друзья, копка. Будем копать. Копать я уже решил, буду 2,5 на 2,5 где-то. Ширина у меня, длина будет. Вот. Ну, пока погодка стоит, пока погодка дает хоть маленько что-то поделать в лесу. Вот. Самое главное — начать. Начать копать, а дальше, друзья, будет уже видно. Будем заготавливать кое-какой пиломатериал. В общем, тут у меня сейчас взял с собой некоторые снаряжения. В общем, взял солнечную панель, заряжать телефоны, повербанки, а то уже сутки, друзья, в тайге, выбирал кое-какое еще подходящее, более такое место. Вот. Снимать, конечно, все это не стал, да и проблематично, был у нас дождь. Вот. Так что, ну ладно, друзья, приступим. Маленько отдохнул, приступим, друзья, к копке. Купил я, ребят, себе новую лопату, не знаю, сколько она у меня продюжит. Моя старая сломалась. Ну, написано вроде как рельсовая сталь, ну, не знаю. Сделано из рельс, написано. Ну, не знаю, ребят, сколько она продюжит. Смогу ли я ей выкопать масштабную такую яму. Площадь я выбрал вот отсюда до где-то вот так вот. Это все находится на косогорчике, чтобы у нас в дальнейшем не поступала в берлогу вода. Берлогу, ребят, буду копать наподобие что-то землянки, что ли. Не знаю еще. Еще пока не решил. Сперва у меня проект вот яма. Сперва нужно выкопать яму. А там уже будет, друзья, видно, как и что мы будем делать. Вот. Естественно, вход у меня будет снизу. Здесь у меня будет все заделано почти под землю, вот, чтобы никто не смог обнаружить. Да, копается не ахти, потому что глина. Самое главное — начать копать. А дальше пойдет как по маслу. Начало, друзья, есть. Снял дерн по всему периметру. Еще буду копать вот так вот вниз спуск. Там у меня будет заход в берлогу. То есть будут у меня лесенки сделаны, ну, выкопаны. И обшит небольшой козырек, думаю, сделать. Ну и небольшие стенки копать. Но это еще до стенок, еще, ребят, далеко. Вот, поэтому сейчас только копать и копать. Земля, глина. Тяжело копается. Без ноги никак. Только с ногой лопату прижимать, вдавливать ее в глину в эту.
ней только потом копать. Глина прилипает к лопате, поэтому маленько тяжеловато копать, роется. Ладно, передохнем маленько. На улице жара, можно потерять сознание, ребят. Фу, но сегодня буду копать до победного. Сколько я успею, сколько я смогу выкопать. Ну и жара, кошмар. Сегодня очень жарко. В глазах аж мутнеет, ребят. Копать еще много. Сейчас быстро разведу костер, приготовлю что-нибудь кушать. Вскипячу чай и продолжим коп. Так, сейчас у меня пока чаечек со сгущеночкой. Ну, а потом будем жарить свиные ребрышки на таганке, на шампурах. Сейчас пока аппетит нужно сбить маленько после такой копки. Да и калории маленько поднять. Вот. Ну, а потом уже будем жарить. И заодно угли нагорят. И будем с вами запекать свиные ребрышки с картошечкой. Ну, сгущенка вроде густая. Вкуснотища. Ну что, ребят, выпили чайку, ребрышки у нас растаяли. Вот такие вот свиные ребра. Сейчас, в общем, будем их зажаривать на костре. Ребрышки свиные, замороженные, категория Б. В общем, сейчас пробуем, что это за ребра, что они из себя представляют. Оденем их сейчас на наши шампурики.
Так, мусор я пока сжигать не буду. Сожгу его попозже маленько. Сейчас сперва сделаем наши ребра. Опа. Я их прям буду целиком, друзья, запекать. Так, буду одевать их на три шампура сразу. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Будем запекать. Еще маленько поперчим, посолим сверху. Полили уксусом, теперь надо солью с перчиком маленько посыпать. Так, ну ребрышки мои почти готовы. Сейчас будем жарить картошечку к ним. И будет объедение, ребята. Ну вот, я думаю, можно отставить их пока в сторонку. Вот так вот. И начать жарить картошку. Вот такая вот у меня картошечка, ребята, меленькая. Я ее прям целую пожарю. Не буду ее резать, не чистить. Прям как она есть. Ну что, ребят, обедаем и маленько поработаем.
Вкуснотища. Ну вот, на этот обед у меня ушло где-то 1,5 часа. Потерял время. Ну а без обеда, ребят, работать тоже не вариант. Потому что хочется кушать. Поставил чайничек еще заварить, чайка. С уксусом, ребята. Да, с перчиком. Свиные ребрышки с картошечкой. Это прям царская пища. Ну что, друзья, солнышко потихоньку закатывается, силы меня покидают. И так сегодня думал только размечу площадку, сниму дерн, но решил, разметил, снял я дерн и все-таки решил сегодня маленько углубиться в землю, если это можно назвать землей. Все, чем глубже, тем идет глина. И глина прям, ребята, такая скоростна. Смотрите, прям можно лепить. Даже непонятная глина. Смотрите, друзья, прям какая-то бордовая глина. Вот. Прилипает к лопате. Ну, сейчас еще маленько порою, пока есть силы, и начну собираться домой. Остальное уже, друзья, докопаем с вами в следующей серии. Вот. Ну, сегодня где-то я прокопал сантиметров, ну, 50. Вот. Даже не думал, что сегодня смогу столько выкопать. Вот так вот. Ну, думаю, до первых снегов, скорее всего, я закончу строительство своей берлоги. Вот. Работы еще, ребят, очень-очень много. Я еще 2 через 2 работаю. И не знаю, как позволит погода нам. Ну, надеюсь, погодка август еще у нас будет такой жаркий стоять, постоит. Вот, и
я закончу свое строительство. Ну, а там уже будем, друзья, обустраивать внутри. Углубиться я хочу где-то, ну, на 1,5-2 метра вниз, чтобы не было ее снаружи заметно, берлогу мою. Вот. Поэтому копать еще очень-очень много, друзья. Но силы у меня на сегодня закончились, можно сказать. О, видите, какая тяжело идет. Чем глубже, тем тяжелее копать. Ну, самое главное, подводных камней нет. Ни корней, ни скал, ни камней. Как-то более удачное место я выбрал. Угадал прям с копкой, с местом. Вот. Уже отлетели у лопаты все эти шурупы. Надо будет сегодня взять домой за шурупи заново. А то покопай-ка эту глину. Главное, черенок новый. Не сломать бы его. Ну вот. На сегодня все. Так что, друзья, следите за моими выпусками, за моим проектом. Что у меня из этого получится, вы будете видеть в следующих сериях. Так что, друзья, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой Инстаграм. Добавляйтесь ко мне ВКонтакте, в Одноклассниках. В Одноклассниках я сибирский бродяга. Вот. Так что, друзья, увидимся в следующей серии. Всем пока, до скорых встреч.